Ну что, всем ку, молодые, с вами, как обычно, Паша Клейнс, на фоне у меня там тапок, я играю на Black Rush, на сервере Уфа, если что, и вы уже, я думаю, прекрасно знаете, как вводить мой промокод, это /MN, 11 пунктик промокод, активировать промокод и хэштег Клейнс, конечно же, вот, и сегодня мы с вами поговорим о новой обнове, а если непосредственно, что за обнова-то, то это такая временная обнова, на 28 дней она примерно дается, но если конкретно, то до 31-го, по-моему, или до 30 октября, то есть ровно до Хэллоуина, да, который у нас будет в этом же промежутке, и, соответственно, давайте мы глянем, что здесь и как здесь. Как только мы заходим в игру, нас встречает вот эта вот темочка, вот эта вот картиночка с школьником каким-то, с рюкзаком, и у него тут Black Rush, короче. Нормально. Так, осенняя сказка. Выполняйте задания, прокачивайте Black Pass и получайте уникальные награды за проведенное время в игре. Чем выше уровень Black Pass, тем ценнее награды. Купите Black Pass премиум и получайте самые ценные и эксклюзивные награды из ленты. Ну давайте глянем, что это из себя представляет, что бы и нет-то. Итак, у нас есть два вида Black Pass, а именно это за 1699, короче, за 1700 рублей. И тут у нас что дается? VIP Platinum на 21 день, то есть это уже X3 опыта, да, будет в пейдейчике, это уже неплохо, X3 зарплат, туда-сюда. Так, моментальное открытие 5 уровней с наградами. Угу. Понял. И уникальный аксессуар реактивный ранец на спину. Интересно, кстати говоря. Вот, меня на самом деле не очень сильно интересуют всякие аксессуары и так далее, но это уже как бы, как говорится, моя вот эта делюга, да, вот эта вот, которая в башке. Так, и ускоренная прокачка Black Pass и больше подарков и наград у нас в обычном Black Pass премиум, то есть который за 600 рублей. Ну да, 599, окей. Итак, ну что же, давайте глянем на них немножечко поближе, я зайду в назад. И мы здесь что с вами видим? Уже есть Black Pass стандарт, вот его видно внизу, так сказать, со всеми вот этими вот картиночками, со всеми призами и так далее. И мы сейчас с вами с ними немножечко по ним, точнее, пройдемся. Итак, в Black Pass премиуме получается за вот эти вот, за выполненные задания из марафона, как я понимаю, и задания в том числе, даются очки. И получается за каждый уровень, вот у меня сейчас нулевой уровень, 0 из 1500 очков, да, и я, получается, получаю вот эти 1500, ну-ка, марафон, допустим, это, кстати, немножечко другое, то есть еще и здесь что-то можно будет делать, вы проголодались, да я знаю. Итак, у нас тут что, задание марафона, задание сезона, вот они, орлиный глаз, посмотрите животное на охоте, и вы это получаете 2000 рублей еще, да, сверху, и, соответственно, еще и плюс 100 очков, ну и тут, в принципе, за все дается по 100 очков и так далее. Интересно, конечно, интересно. И пока что лидер сезона у нас Мазари Форест. Я помню, что кто-то из моей фамы, или, по крайней мере, с моей фамилией, Клейнс, да, был лидером прошлого сезона. Я такой, нифига, вот это да, что за конкретика жесткая. Красавчик, братишка. Вот, ну, а тут, соответственно, у нас это самое. А, ну вот, тут тоже плюс 50 очков сезонного опыта. Ну, слушайте, на самом деле, очень интересная такая делюга, по сути. То есть, вы выполняете каждое вот это вот задание, получаете вот эти вот, ну, денежки, а в среднем награды очень даже хорошие. Вот, то есть, вот просто съездить в больницу, и вы за это получите 3000 рублей. Ну, в принципе, нормикс. Пчелы и мед, конечно же, заработаете 5000 рублей на пчеловоде. Слушайте, ну да, это, конечно, по идее, очень много времени может занять. Пока вы приедете на пчеловода, туда-сюда. Вот, ну, в моем случае, я, допустим, пока что этого не могу сделать. У меня тут еще и ролики, и туда-сюда, и работа, и все такое. Но, тем не менее, я сейчас выскажу свои рекомендации, как бы я сделал, если бы у меня было побольше времени. И вот, давайте приступим как раз-таки к этому. Итак, смотрите, допустим, у нас есть Black Pass, да? И мы заработали вот эти вот очки, там все такое. И на первом уровне в стандарте нам дается плюс 2 экспириенса, а в премиуме плюс 5 блэккоинов. То есть неплохо, я считаю. И на самом деле, вот судя по экспириенсу, ну вот, допустим, Black Pass стандарт, да, который вот уже 5 экспириенса на третьем уровне, ну, суммарно, плюс ко всему еще 5000 рублей, VIP Silver, опять 5 рублей, так, черный зонт, аксессуар у нас тут есть какой-то, почему-то у меня картинки не прогрузились, интересно, почему, камрюха еще на время, еще 4 экспириенса, короче говоря, очень хороший пас для тех, кто хочет как можно быстрее прокачаться, есть еще школьный ранец, и в конце, получается, вот этого Black Pass дается Toyota Mark 2 навсегда, эксклюзивчик, ну, а в
самом конце плюс 10 тысяч рублей. Что, что касаемо Black Pass Premium, то здесь, конечно же, поинтереснее все, учитывая, сколько это стоит, да, моментами. Итак, плюс вот эти вот моменты, ну, вы, в принципе, это и сами все видите. И что самое интересное, если у вас еще нету, допустим, тачки, то вам на время будут определенные автомобили выдаваться, с помощью которых можно гораздо быстрее выполнить те или иные задания. В принципе, это довольно-таки удобно, как я считаю. Еще можно поснуться перед пацанами, что там есть. Смотрите, у меня БХ М5Э. Ну, Е60, я имею в виду. Акуленок, да? Бронзовая рулетка еще тут, рюкзак с урожаем. Короче говоря, здесь очень много всего-всего подряд. Можно на самом деле взять и... О, скин пивозавр. Очень хочу себе скин пивозавр, на самом деле. Я не знаю, зачем он мне, ну, типа, был бы и был бы прикольно. Было бы прикольно, если был мой скин, но здесь нет моего скина, так что, эх, ребята, доброе утро. Слушайте, смотрите, на 14 уровне дается 35 блэккоинов. Это достаточно неплохо, с этим еще и 60, чтобы вы понимали, а бронзовый кейс стоит 75 блэккоинов, а это как бы, ну, неплохо так. Сумка из листьев клена. Ну, это осень у нас, да, потому что туда-сюда. Bugatti Diven на 24 часа. Я помню, что был промокод POSI, по которому, точнее, и давали Bugatti Diva. Сейчас я не знаю, какие еще есть промики, которые его дают. Вроде как это единственный. Так что понятно все. А вы не забывайте моим, пожалуйста, промиком пользоваться. И напишите, что он вам дает. По идее, он вам должен дать BMW, как у меня. То есть BMW, M8, E, что-то там, 90, что-то... F93, я могу ошибаться, ребят, я тупой просто, ну не, извините. Ладно, дальше у нас маска пчелы, эксклюзивненько. Тем временем на 20 уровне в Black Pass стандарте еще и гелик дается на 24 часа. Я бы себе купил гелик на самом деле, как когда-нибудь. Ладно, смотрим дальше. Так, 90 вот этих вот, понял. Серебряная рулетка, оттуда может что-то прикольное выпасть, но мне в последнее время особо ничего не падало, поэтому я ничего не открываю, короче говоря. Крылья бабочки и эксклюзивный Subaru VRX STI навсегда. Неплохо достаточно. Правильно ли я понимаю, что если я, допустим, выполню и отсюда задание, и отсюда, то я могу и то забрать? Интересно, конечно, на самом деле. Плюс еще и 30к в конце. Возможно, что слабоватые, да, призы, в отличие от, получается, летнего пропуска. Но, ребят, дело в том, что у нас скоро будет Хэллоуин. Я думаю, что что-то и туда тоже как бы... добавят. Вот. Я еще смотрел ролик Мексу, где он, получается, Мексу, извиняюсь, где он делал также обзор на вот этот вот пас и прочее. И я, на самом деле, солидарен с его мнением. Какое у него мнение, да, на этот счет? Дело в том, что вот эти вот накопленные BC-шки, и плюс ко всему, если у вас еще и VIP-очка, да, будет и прочее, ну, хотя они и отсюда, ну, тоже падают, да, то вы, соответственно, с помощью VIP-ок и прочее, вы накопите... еще BC-шки уже на следующий пропуск, который, скорее всего, будет даже пожирнее, чем этот. А если даже не пожирнее, чем этот, то там еще и прокачаться можно достаточно быстро. Вот. А вы прикиньте, если у вас будет еще и платинум випка. О, ребята, это доброе утро, что называется. Короче говоря, это очень интересненько все. Вот. И на самом деле я бы глянул, что со всем этим можно сделать, но уже это самое. Скорее я бы узнал ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Дело в том, что сам-то я не буду покупать этот пропуск, я в нем особого смысла не вижу. У меня уже какой-то уровень 9, вот, у меня есть всякие вот эти вот тачки и прочее, 5-10. Я не думаю, что вам будет сильно интересно смотреть за тем, как я там что-то вот эти вот всякие призы забираю и прочее. Но, скорее всего, да, я попытаюсь, поиграю, вот, и что-то с этим сделаю. Но именно из вот этого вот нижнего паса. Вот, дело в том, что задания все-таки долго выполняются, а у меня еще и работа помимо ютубчика, да, и туда-сюда, я, скорее всего, просто банально не успею. Ну а что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях, вот, а я что, я потихонечку буду сваливать от вас до следующего уже ролика. Вот, с вами, как обычно, был Паша Клейнс, это была Black Russia, сервер Уфа, если что. И как только будете заходить, кстати, работает ли здесь вот такая вот темка, если я промо введу? Работает! Вы можете ввести хэштег, ну, точнее, /промо и активировать промокод. И тут уже, соответственно, себе, ну, как бы, хэштег Клейнс пишите и забирайте себе бэху мою, любимую, просто на определенное количество времени. И также, по-моему, экспа, скинчик. Короче, напишите в комментариях, пожалуйста. А то я так понял, у всех, ну, варьируется. Ну и все, всем огромное спасибо за просмотр, всем пока, пишите ваше мнение касаемо Black Pass в комментариях, прочитаю, ну и F9, ребята.